каких-то 2 часа, и мы будем в Краснодаре. Точнее, не в Краснодаре, а в усадьбе «Фамилия», куда мы едем участвовать в 3-м этапе «Дрифт-юга». И на этот раз, я надеюсь, у нас получится больше, чем в предыдущей. Так что, друзья, держите за нас кулаки, мы почти на месте, и будет жарко, ну, по-любому, потому что 34 градуса. Жарко и, надеюсь, интересно. Ну, друзья, мы прибыли, мы на Дрифт-юге, усадьба «Фамилия», 29 и 30 июня. И мы здесь будем пробовать свои силы в новой для нас условной дисциплине. Мы приезжаем сюда 3-й раз, и на этот раз, я надеюсь, он будет успешен. Сейчас мы что будем делать? Мы постараемся разложить палатку, чтобы завтра не умереть от жары. 31 в субботу, 34 в воскресенье ожидается градуса. И это, скажу я вам, страшно. Поэтому, чтобы не умереть, обязательно нам нужна палатка. Сейчас мы попробуем ее разложить. Палатки расставили, надеюсь, завтра не будет сильного ветра. В любом случае, на будущее, если вы такие же, как первооткрыватели, как и мы, эти палатки просто так не стоят. Их либо прикрепляют дюбелями, что здесь нельзя, либо ставят какие-то грузики, утяжелители. Мы первый раз этого не знали, и из-за этого пришлось палатку разложить и сложить, потому что она улетает. То завтра мы поедем, купим какие-нибудь мешки с песком или там, с камнями, привяжем ножки, чтобы она никуда не улетела, положим на это все зип. А сейчас загоним машины, подготовим все на завтрашний день, чтобы завтра было полегче. Скоро мы ездить научимся. Будет вообще хорошо. Господа, от вас что нам нужно? Поддержка, конечно, поддержка, внимание и просмотры. Ребят, вот так зарождаются дрифт-команды. Вот так учатся. Вот такой вот он наш путь. Поддержите. Нам очень приятно. Спать надо. Доброе утро, мы идем проходить техком и медкомиссию, так что погнали с нами. Поедем помоем машинки наши, потому что они должны быть красивые. Вообще расписание вот здесь, как вы видите. Вот такое у нас расписание дня первого. Марселька, мы еще за заборы платим, приколись. За какие заборы? Которые мы должны снести. Тебе требуется подстилка под тачку, чтобы все твои технические жидкости, которые могут потечь, не испачкали асфальт. Вот. И как гарант того, что это будет, ты платишь 4000 рублей за место. Если вдруг у тебя все хорошо, тебе их возвращают. Сейчас проходим вот эту часть и идем мерить давление, что с нами все в порядке. Ты свое давление знаешь вообще? Слушай, да, последний раз у меня странная фигня была. У меня было здесь 150 на 100, как будто я вот-вот умру. А второй раз, когда мы пришли на второй день, у меня было 80 на 60, как будто я уже умер. Короче, понял. Котяра, а ты что не снимаешь? Здорово, отец. Делаем ставки, какое давление. Ну давай, хорошо, ты говоришь 130, я говорю 120. Слушай, не смотри на это. Все. Все, я уже что мог снять, снял. Это что? Почему они коротенькие? Пойди побрейся, чтобы тебя не болели. Понял? 0,3? Да. Я на скорой поставлю. Женщина это гору. Она в прошлый раз, мы говорим, мы соседи, она говорит, нет, вы из Дагестана. Я вас, кавказцев, знаю. Добрый день. Мы машины помыть и вернемся. Мы же даже не ездили опять в Марсель. Ну, ты же знаешь. Я у нас знаю. По-прежнему негде, господа. Все то, что нам наобещали в прошлый раз, ни хрена не сбылось, как ты понимаешь, как все понимают. Поэтому опять как первый раз. Сейчас прикатаемся, надеюсь. А вот и моечка. Йоу.
Your shit went wood like a splinter. I write to there's no more ink in the printer. A winner, it's all from the soul and the inner. You rappers couldn't find ice in the middle of winter. Fresh like the nerds from Virginia. You act like the herbs from the burbs who's pretenders. Jigmaster, DJ Spinner. Ты спрашивал, что с прошлого этапа появилось? Поменялось. Насадка появилась. Да. Все, и да, и ковши красный, два. То есть веса больше стало в машине, понял? На самом деле, вообще, ребята нас этот раз узнали. Это, ну, как-то, знаешь, неожиданно. Эй! Нас узнали, подошли там, что поздоровались, познакомились. Прикольно, на самом деле. Так что, ребят, если будет кайф пообщаться, заходите к нам в палатку. Мы всех ждем. По возможности накормим, напоим. Вот. Ну, конечно, если не будем мучиться с тачками в результате каких-нибудь сложностей. Здорово, пацанчики. Здорово, сестрички. Здорово всем. Еба как нормально под палаткой, да? Я сюда приехал наклейки поклеить, блядь, и все. Сегодня первый день тренировок. У нас же негде тренироваться. Такое ощущение, как будто мы инопланетяне. Все тренируются, а нам тренироваться негде. Это хорошо, что они дали сегодня побольше времени потренироваться. Пацаны чуть-чуть почувствуют трассу. Сегодня настроение в этот раз намного лучше, чем в прошлый раз. Я не знаю, что будут пацаны делать, чтобы выигрывать. Я не знаю, как они будут ездить. Я просто знаю, что я сегодня сюда приехал отдохнуть в свой кайф. Нашим ребятам желаю удачи. Ну и помимо наших ребят, всем ребятам желаю удачи, которые сегодня там будут выступать. Держу за вас свои волосатые кулачки. Я надеюсь, что-то получится. По-любому Акац выйдет, пройдет квалификацию. 100% выйдет топ-32, бля. Хейтагу надо, конечно, за Акацем поуспевать. Посмотрим, что получится. Я больше, наверное, за Хейтага переживаю. Хейтаг сегодня явно настроен. Да, прям, я за него очень переживаю, потому что Акацу-то, Акац старый волчара, бля. Он, ну, как бы, он справится, бля, базара нет. У Акаца один момент. Не хватает мощнее машины. Этому пока не хватает опыта. Ну, я думаю, с этим он тоже справится. А пока мы поклеим спонсорские наклейки. Yo, I rhyme like immortals and titans when I'm writing. Lightning striking the Vatican's church is quite frightening. Sultan of the street, Dalai Lama rap. Queens back in the building where I'll never be at. Yeah. У нас натяжитель приводного ремня. На днях с генератором была проблема. Мы заметили, что что-то с ним, ну, не в порядке. Но вроде перебрали его, собрали, и он нормально функционировал. Сейчас, похоже, все-таки не очень он нормально функционировал, и надо его поменять. А у нас его нет. Поэтому сейчас будем что-то думать, придумывать. Я вот BMW-магазины обзваниваю, авторазборы обзваниваю. Надеюсь, мы здесь вокруг сможем его найти и устранить эту проблемку. У нас есть несколько часов до тренировок, поэтому в целом шансы починиться есть. Поехали на техком, и уже время брифинга подошло. Сейчас послушаем, что нам скажут. Пройдем техком, починим тачку, и Давид всех выиграет. Да, Давид? Где-то в этом районе, наверное, постановка, вы сами поймете ориентир. Мы потом по вашим проездам поставим клипы. Сейчас будем вкатываться. Надо теперь в первый клип чуть он пораньше, и надо там боком залетать. А мне как раз скорости не хватало. А сейчас еще будет больше не хватать. пока что-то не получается, я неправильно ставлю вроде к стене, но слишком с большим углом, и потом получается на прямых колесах еду по узкой, короче, ну, плохо на самом деле, очень расстроен. Вот, сейчас будет вторая тренировочная сессия, надеюсь, получится лучше, потому что, ну, очень хочется проехать на этот раз поинтереснее, чем прошлый, потому что чего ради, прошло 2.5 месяца, или сколько прошло, 1.5 месяца. Ни хрена не получилось, короче, не поменялось.
Как-то так, ребят. Ну, это ожидаемо на самом деле, потому что там все по-прежнему негде кататься. Мы ни хрена не поездили. И... по-другому не может быть, если ты не ездишь. Это как боксер без тренировок в жизни выйдет на соревнования и получит по роже. Вот то же самое, я получаю по роже от своей машины за собственное неумение ездить. Как-то вот так. В общем, ребят, не обессудьте, если ваши ожидания мы не оправдываем, но мы научимся. Я научусь. Второй раз мы потренили, как будто чуть поплодотворнее с моей стороны. Чуть лучше вроде получилось. Вот, попробовали чуть парно проехать. Вообще настроение улучшилось с первой попытки. Чуть-чуть больше понял. Надеюсь, сейчас нормально бахнем. Сейчас у нас квалификация будет и надеюсь пройду. Это точно должен пройти, а я очень буду стараться. Вот он! Короче, я отвратительно проехал, просто, сука, я на себя такой злой, вы даже не представляете. И когда первый раз мы приехали, и у меня не получилось, я себя вообще не винил, потому что это первый раз был, ну вот вообще. А сейчас я тогда не мог проехать по-другому, а сейчас я мог поехать, и я проезжал по-другому, и нормально я поездил. И взял, и вот просто вот так глупо, блядь. Три раза. Одна попытка была тренировочная, две квалификационные, и вот так глупо все три попытки просто в дерьмо. Как считаешь вообще, с чем это связано? Почему? Я, наверное, тороплюсь. Я сейчас перебираю в голове, пытаюсь понять. Мы обули 205-ю вот эту покрышку, 205-40-16. Она еще меньше, чем прошлая. И на прошлой вроде как у меня получалось там зауглиться, затормозиться, еще что-то. А на этой покрышке три проезда, три в молоко. Ну, это, наверное, не покрышка. Я хочу винить покрышку, конечно, безусловно. Но, скорее всего, я первую проехал, меня развернул, вторую сам себе стою, говорю, просто аккуратно проедь аккуратно. И вместо того, чтобы аккуратно проехать, я опять пахнул. Вроде понимаю, что я куда-то попадаю, думаю, надо, и
Ну, какая-то странная, на самом деле, херня. Давид тоже злится на меня, блядь. Знает, что я нормально могу проехать. Да. И он видел, что я нормально езжу. А здесь я какой-то позор устроил. И вот еще наверное, выехал. Наверное, ты еще большое какое-то значение. Вот, этому придаю. Я ехал пройти квалу. В том плане, что ты такой, типа, все, квалификация, должен проехать хорошо. Начинаешь, блин, себя загонять в этом всем. И по итогу получается какая-то херня. Ну, короче, я думаю, что если бы ты себя не загонял, если бы ты проезжал так, как... На кайфе, да? То все было бы проще. Может быть. Но вот сейчас я ехал сюда. Да. С четкой установкой. Что в этот раз я проезжаю квалу 100%. И видите, что из этого вышло. На всем фоне вот этого дерьма, которое я учинил, есть одна хорошая новость. Мы на 5-м месте в квалификации. Давид проехал. Проехал отлично. Проехал на широком колесе, чего ему не хватало раньше. Вот 84 балла, считаю, очень достойно. Ну, на данную секунду. Почти все уже прокатались. Вот. И сегодня будет ночная гонка. Знаете, вот ну самое обидное. Вот я сейчас сяду в машину и проеду так, как если бы я проехал в квали, я бы завтра ехал в парных. Я точно так же, как в квали, развернулся. Один в один. И он в меня врезался. Бывает. Сейчас надо ее почти. Мои лонжероны ушли. Ее почти, чтобы завтра в гонку поехал. А дома уже разберемся. Такая херня. Стоп! Один рывок еще не еще будет. Раз. Уже почти палец пролазит. Значит, еще. Куда они палец? Не знаю, куда палец суют, но, говорят, пролазит. Поехали! Однако, здравствуйте, у нас второй день. Сегодня уже ответственности на мне никакой нету. Мне попроще. Я уже все, что сломал, все сломал. В целом, я спокоен. Сейчас подготовим Давида. Кстати, компакт мы вчера проехались. Нормально.
У скала анжирона почти не было, мы его выровняли. Едет, рулится прекрасно. Сейчас поедем, я даже потренируюсь. Давиду колеса поменяем, и все будет хорошо. Ну а вы, ребят, вот такие кулаки держите. Ну лучше побольше. Вот такие, блядь, за Давида. Вот, я надеюсь, он сейчас кого-нибудь отстучит в дверь и выиграет. Эту машину сломали, я сейчас запереживал, думал, блядь, сейчас Давид не поедет в гонку. Нахер меня опять развернуло. Так что так, синдром Гетхета, говорит, а знаете что, это хуйня. И пошел. Кайфом накатался, на самом деле была возможность, я в трех группах успел поездить, кайфанул, много чего понял. Я уверен, сейчас я вот легко сфотографировался. Да. Это его же развернуло, да, два раза? Да, два раза вчера его развернуло. Оно фоткано. Легенда, фоткано? Легенда. Вот сейчас бы, если была возможность поехать, я уверен, на баллы бы я точно нормально проехал. Мы с ребятами катались, клипы заезжаю, подъезжаю. Много чего понял, поэтому в следующий раз. Я не знаю, где... Я не знаю, где он будет, но в следующий раз мы дадим жару. Тачку всю побил, догнал копейку, догнал Давида. Короче, вся тачка, посмотрите, какая каличная. Радиатор потек. Ну, все починим, все сделаем и вернемся намного сильнее. А сейчас ждем гонки, и Давид поедет и даст жару. Едет он с парнем на 36-й, тоже очень хорошо, качественно катается. Сейчас будут близкие, четкие проезды. Очень сложно, потому что непонятно, кто выиграл. Вроде Давид, но они очень близко проехали. И совсем непонятно даже, ну, что говорить, как быть. Пойду пообщаюсь. Продолжают парни обсуждать. Блин, близко было, близко. Хуже у одного коррекции, у другого коррекции были. Распрямления у обоих были. Понятно, но я за Давида, так, конечно. И вот сейчас нам нужен будет комментарий. Сергей, я брат, ты можешь нам дать комментарий? Давай, поехали. Честно говоря, УМТ бы сделал. Первые пары, точнее, первого сета, были очень хорошие.
понятно, чем, собственно, и воспользовался второй пилот. Во втором заезде была подстава, конечно, от черной BMW. Он вывалился за пределы трассы двумя колесами, потом выпрямился, из-за этого пришлось Илье корректироваться. Ну и, собственно, Ну, собственно, вот так вы все сами слышали. Спасибо за комментарий, Сергей Ильян. Ну, мы будем делать походу, все. Вот мне это было несправедливо. Че бы кто ни говорил, что вот по отношению к нам судьи так вот решили. Это было серьезно несправедливо. Мы заслуживали там one more time по-любому, 100 миллиардов процентов. Но почему-то получилось так, что мы, блядь, не попали в топ-16. Уже какой раз мы сюда приезжаем, блядь? Просто потому, что это мы думали, и участники команды, механики, неважно. А потому, что люди подходили и говорили, в смысле, здесь было 100% one more time, если можно поставить, блядь, вот этот вот, ну, кусочек. У нас будут мысли, еще вставим. Да, вставим обязательно, потому что это было, блядь, несправедливо. Было нарушение. Никто не говорит, что его не было. Но оно было не таким, чтобы нас взяли, да, и типа сказали, давай, до свидания. Потому что и наш пилот, ну, как бы косичнул, да. И другой пилот тоже. Оппонент тоже. Да, немало раз косичнул. Только почему-то решили, что наш косяк, он прям все закрывает. Хотя, если бы он не косикнул, мы бы прошли топ-16. 100%. Мы же все стоим с соседями, понимаешь? Где-то за стоят машины, где-то. Ну и вот в разговоре ты понимаешь, что не только мы так думаем. Просто у нас есть возможность это вынести туда. А так, вот честно, как организации, все вот на организационном моменте было круто. Пусть ребята, зрители, которые за нас болеют или не болеют, оставят там свои комментарии и на свой взгляд, как вам кажется, справедливо мы не прошли в топ 16 дальше или нет? Даже речь не про не прошли, а про то, что у нас было, значит, one more time. По итогам, вообще, честно говоря, мы приехали очень круто, очень крутое, позитивное, на позитивное начало, было видно рвение, мы вообще уже по-другому здесь стали смотреться, и это в глаза бросалось прям очень круто. Мы уже стоим, да, с палаткой, это был свой собранный стиль, уже свои постоянные спонсоры, это уже палатка, это уже где-то, ну вот хотя бы не на корточках сидим, знаешь. Короче, этап такой, на самом деле, путем преодоления всяких мелких-мелких неисправностей, косяков и вот ДТП, мы приехали туда, куда сегодня приехали. То есть вот, вот такой у нас итог. Мы, как в обычно, целом, я не прошел квалу, а Давид, как обычно, топ-32. Ну, ты просто как будто нервничаешь. А с другой стороны, у нас у всех сложилось впечатление, что компакт для тебя слишком мал. Ну, в плане, что ты не попадаешь. Я, по-моему, знаешь, чем в клипы попадаю? Багажником. Не в которого клипы у меня, да, нет. Понял? Ты попадаешь седаном. Ты, короче, едешь на седане, забываешь, что это компакт. Ты прям очень узко едешь. А из-за тебя он узко едет. Потом же нормально поехал. Когда уже я квали обосрался, тогда нормально. И самое еще интересное, вам не знаете, что интересно? Сука, каждый пилот, который участвует, тренируется, как выезжают, косячат. Что происходит с вами? Наверное, нервничаю. Ну вот ты видно было, что нервничал. Я торопился, я не нервничал. С тобой, да? Сегодня даже подходили фотографироваться. Конечно, уже. Я офигел. Просто они же не знают, что ты вот в какие-то моменты, бля, ненавидишь людей, бля. Было очень круто, мне понравилось, но сегодня людей было меньше. Мне в этом плане дышалось легче. Я, наверное, озвучу планы и больше с такой технической точки зрения подойду. Ну, в плане материального. Кинь, сушняк, батрас. Этап обходится 300 тысяч, даже больше на самом деле. Мы ездим мало, мы не ездим вообще дома, потому что негде.
Поэтому надо что-то придумать другое. Надо распределить этот бюджет так, чтобы мы могли именно вкататься. А сейчас там кто-то, там парни закинули мульку про Грозный. Если получится поехать туда и покататься, потренироваться, то мы поедем туда. Это будет дешевле, это будет ближе, мы получим опыт. И потом уже можно будет поехать на какие-нибудь соревнования. Вот, а пока надо потренироваться. Отдельно мне хотелось бы поблагодарить наших спонсоров. Это люди, без которых, в принципе, наши выезды вообще невозможны. И он у нас уже есть такой зип, скажем, запас. Хороший, прочный, достойный, который ребята с нами постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит. Но пока вроде бы ушедших немного, а желающих прийти, насколько я знаю, много. Ну, то есть есть. Уже и после первого выпуска, да. То есть люди, которые хотят, видят в нас. Это интересно, мы не собираемся бегать там по каким-то правительствам, еще что-то. Мы собираемся набирать спонсоров и становиться круче. И чтобы нам их набрать, пожалуйста, ребят, просмотры, лайки и ваши комментарии. Ваша поддержка – это наши спонсоры. Больше ничего не надо. Дальше мы обязательно будем круче. В любом случае мы не останавливаемся. Это всего лишь, ну, такое препятствие небольшое. Я думаю, это нормальное вообще явление. Ну, то есть, гидроручник дернули. Нет, наверное, слишком идеального спорта, где бы все было так, как хочется участникам. Я выиграл пацан 17 лет. Вот рядом с нами, который на Ниссане, да? Ниссан 350. Да. В общем, вот такие вот дела. Еще раз хотим поблагодарить наших спонсоров. Вот они все на боках. Вновь прибывших Абилит. Теперь это наш тоже спонсор. Раньше мы клеили, потому что регламент соревнований. А теперь у меня на машине наклеена большая. Ты лично ее клеил. Да, я ее, кстати, вот и клеил, да. У нас теперь есть новые ребята. Всем нашим спонсорам огромное спасибо. Каждого мы отдельно выделили и показали, я думаю, в этом видео. Так что, ребят, если вы хотите нас поддержать, у вас есть какой-то бизнес или вы прорекламировать хотите, либо просто вам это интересно, вы увидели и такие классные ребята, давайте их поддержим. Пишите нам на почту. Ну, а если вы просто радуетесь, смотря на наши проезды, вы тоже нам сопереживаете. Просто вся ваша поддержка – это просмотр, лайк, комментарий. И комментарий. Оставайтесь с нами, приходите, мы будем освещать наши поездки. Если есть желание, приезжайте. Всем спасибо, все, кто подходили, все, кто были с нами. Оставайтесь с нами на одной волне. Всем пока, АРТ в деле. Просто приколись.